Этот край поколениями дарил нашей стране передовиков, известных ученых, политиков, композиторов, писателей и актеров. Донбасс и сегодня не отпускает тех, кто там побывал. Музыканты группы «Зверобой» после первой поездки на Донбасс тоже поняли, что их сердце теперь навсегда там. Сразу после этой поездки появилась песня «Эти русские». Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться. В 19-м, 20-м, 21-м веке. Эти русские девочки не меняются. Жена декабриста, сестра милосердия. Любить и спасать, пока сердце в груди трепыхается. В 19-м, 20-м, 21-м веке. Он твой русский мальчик, война, ополчение. Погибать за отечество лучше, чем калекой. Бесы скачут, ангелы ждут на пороге вечности. В 19-м, 20-м, 21-м веке. Русская девочка, красный крест, белый бинт, чистый спирт. В мясорубке расчеловечивание человека. Крепкий щит у тебя из ее молитв. В 19-м, 20-м, 21-м веке. Весна наступает, цветущие яблони поют о жизни презревшей тлен и аптеки. Как будто яблони, как и мы православные. В 19-м, 20-м, 21-м веке. В 19-м, 20-м, 21-м веке. В 19-м, 20-м, 21-м. Алексей, вы родом из Мариуполя. Как долго вы не могли вернуться домой? 8 лет, долгих лет. И все это время я, конечно, как и многие, просматривал с интересом репортажи наших военкоров. И вот однажды, когда наши бойцы были уже на подступах к Мариуполю, в одном из репортажей я среди бойцов узнал своего одноклассника Леху Беспалова. И тогда военкор его спросил: «Ты чего такой веселый-то?» Он говорит: «Радуюсь». «Чему радуешься-то?» «Скоро мамку увижу». С возвращением. Слава Богу, вы дома. Спасибо.